Здравствуйте, уважаемые жители города Гомеля. Искренне приглашаю вас на просмотр выставки, проходящейся в городе Гомеле, в парке Луначарского. Здесь у нас, помимо 37 пород голубей, вы сможете увидеть уток мандаринов, павлинов, а также фазаны, ну и, будем так говорить, хохлатки на сетке. И здесь очень много новых экземпляров. У нас появились карликовые дотыши, дамасский ледяной голубь появился, северокавказские космоногие грибуны. А также хотелось бы, чтобы, допустим, детеночек, который, придя сюда, получил массу удовольствия, просматривавши Божью птицу. Потому что голубь является непосредственно Божьей птицей. И вот обратите внимание, как вот, допустим, голуби друг за другом ухаживают. И вот когда детки это все смотрят, как бы положительные эмоции всегда побеждают. Искренне приглашаю вас сюда на просмотр этой уникальной выставки и желаю приятного времяпровождения.